Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Как вы помните, прошлую неделю я совсем не заходил в игру, поэтому ничего здесь не будет. Лига Сёгунов 3 звезды, я удивлен, а почему это? Я же не играл. А, может быть, позапрошлой неделе сохранился результат. Причем я получил 45 платиновых осколков. Это, кстати, неплохо, между прочим, ребята. Максимально 75, ну, 30 пропустил, ладно, бог с ним. Ну что, друзья мои, так, как 8 минут назад у нас обновилась неделька, поэтому мы сейчас будем с вами пытаться делать буст. Опять же, я скрещу пальчики, чтобы у нас все получилось, и надеюсь, что получится. Хотя, ты знаешь, я очень сильно сомневаюсь в этом. Сразу же идем тогда на турнирную арену и поехали, друзья мои. Блин, я даже соскучился. Целую неделю, когда не играешь в какую-то игру, бывает порой, что ты забываешь, что, как, чего там. Но в этой игре ты фиг забудешь, потому что в ней очень много проведено время, и не дано мне забыть. Не дано. Даже если бы я, наверное, бы год не играл бы, все равно бы, ребят, я бы не забыл бы, что здесь, как и почем. Так, ну давай поджарим, наверное. Такой маленький. На-ка. Вылупили. Так, и добиваем. Нормально. Ну, сам понимаешь, да, здесь по-другому и быть не могло, потому что у нас персонажи слишком крутые на данном этапе для нашего противника. Поэтому они так вот и плывут. Так, давай попробуем найти 11-12. Есть. Есть такое дело, мы нашли. И погнали. Тут у нас кто? Бакстер, Кирби и Рафаэль. Просто массовую атаку одну сделаем, и все, они упадут. А, в плане, 19 уровень против 56-го, Рафаэль выстоял. Ну, я уже не знаю, ребят, что и сказать. Это какое-то, даже везением это не назвать. Ну, это просто, ребят, какая-то удача у чувака. Ладно, ищем 12-13, молодцы. Так, ну, уровень уже, ребята, с 19-го сразу подрастает до 25-го. Мы до сих пор еще на 56-х, так что никаких проблем быть не должно. Так, ну что, поехали. Готов. Готов. Массовых атак жалко нету. Леонардо готов. И этот Лео. А этот Лео выживает. Ну, Кейси Джонс, само собой, ребята, его наказывает. Так, продвигаемся тогда дальше. В ранг, наверное, мы в следующий не перейдем. А, нет, перешли. Слушай, 100 ступенек пролетели. Прекрасно, 12-14 нам подкидывают сразу же. И до сих пор у них 26 уровень. Ну, а я по-прежнему буду на 56-х играть. Мне нужно как можно быстрее, ребят, дойти до 5 персонажей, чтобы нам шло больше опыта. Давай-ка, наверное, сделаем так. Криса выносим. И давай поджог. Отлично. Поджог, ребят, сработал. Рафаэль Видение, да? Вы сказали Рафаэля Видение переводить в платиновый ранг. Да ладно, мы в элиту перешли. Ну, уже ранг 97, ребята, и здесь уже вряд ли мы вот после этого этапа сможем перепрыгнуть. Сейчас посмотрим, дадут ли мне 13-15. Или, да, 13-15 дают. У них немножко повысился уровень до 33-го, как ты видишь. Давай. Давай мы это дело с тобой замутим. Так, ну, сюрики. Упал. Один упал, ребят. Давай ко вторых попробуем, и третьих, и четвертых. Так, теперь этого. И добиваем Майки. Все, друзья. Тут тоже идеальная победа. Двигаемся. Ну, это и понятно. Это и понятно, что мы не переходим здесь. Я даже нисколечко не сомневался, что так и будет. Единственное, что ранг. Вот ранг, скорее всего, нам, ребят, не повысит. Вот 13-15. Блин, я сейчас могу нахимичить так, что мне и 13-15 не дадут. Не, даю 13-15, ребят, по всем параметрам, так что давай. Давай наяривать. Никого пока я здесь менять не собираюсь. В принципе, и так все хорошо у нас. Давай бомбим. Так, минус муха. Да ладно, а если так? И опять Рафаэль, и Майки. Майки и Рафаэль выжил, ну-ка. Ну, Донни красавчик добил его своим посохом. И мы двигаемся дальше, смотрим. Сейчас уже по-любому перейдем в следующий ранг.
И 29-я позиция. Так, 13-16, то, что нужно. То, что нужно. Но все равно, друзья, если судить по нашему продвижению, очень медленно мы идем. Для меня очень медленно, потому что мы с тобой даже еще до самураев не дошли, понимаешь? До самураев не дошли. Потом в самураях надо еще повыпендриваться. И после только лишь в сёгуны. А до них нужно еще, как говорится, доковылять. Ну, сейчас, я думаю, мы перейдем уже. Да, ребята, мы переходим с вами в самураи. 55-я позиция. Естественно, уже будут... О, 14-17 даже. Естественно, сейчас будет... Как бы тебе это объяснить-то? Хотел сказать, медленное продвижение. Не то, что медленное продвижение. Будут нам давать мало... Ну, кубков будет хорошо давать, но они будут, ребята, очень несущественно показываться именно по нашей шкале продвижения. Вот так вот скажу. То есть сейчас смотри. 55-е. Переходим на Самурай 2. 88-е. Видишь? 88-е. Это говорит о том, что нам придется... Нам придется... здесь два поединка, наверное, сделать, чтобы перейти только лишь на следующий ранг. И я вот к чему говорю, друзья. То есть два поединка. Не один, как раньше, мы могли сотку с тобой взять за прохождение. А здесь уже будет, ну, 50-60, где-то вот так вот. Так, наказали. Да ладно, кабан хорош. Все, ребят. Главное, кабана уничтожил его же лучший друг Рокстеди. Но вот, 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 вот об этом я и говорил, ребят. 50 ступенек берем и не больше, как говорится. 14-18, слушай, хороший результат. 14-18. Раз, два, три, четыре. Но и, как ты видишь, противник тоже, ребята, не стоит на месте. Уже почти приблизится он к 50-му рангу. У него 44-47. А мы еще даже не отыграли, ребят, 56-х. Ну, так, пол хп отняли. Так, ну хорош. А, на Джастин напрыгнул. Ты что, совсем, что ли, парень самоубийца? На. Джастин на своем уровне против этих супостатов, естественно, ребята, рулит. Уничтожает тотально. Ну, а вот и Самурай 3 звезды, друзья мои. 82-я позиция, и мы попробуем сейчас... 15-19, да? Должно быть, по идее, после 14-18. Но что-то как-то... Что-то как-то игра опять начинает, ребят, выпендриваться. 14-18 и все, и никуда. Ни шагу вперед, как говорится. Немножко даже как-то... Как-то даже немножко грустно, ребят. Ладно, берем Бакстера. Раз, два, три, четыре. Это получается уже две ходовки мы с вами сыграли по старому рангу. Так, так получается. Ладно, двигаемся дальше, смотрим. Смотрим. Ну, естественно, мы не перейдем. 31-я позиция. И вот теперь, ребятушки, вот. Только сейчас дали мне 15-19. Хотя я на новый ранг не перешел. Как это работает, не знаю. В общем, друзья, что-то вообще мы плохо идем. Мы даже еще... не дошли до сёгунов. Да, до сёгунов не дошли. А у нас уже 70-е ранги наших бойцов пошли. Так что... Как так вообще может быть? Вот только сейчас. Сейчас только дошли, ребят. И... Так, 15-19. Ну дай мне, блин, 16-20-то. Ну что вот? Нет, все, это вот... Это крах, ребят, это крах. Не хочет он давать мне. Персонажи все меньше, меньше, меньше. Там уже все отыграны. Это мы сейчас с тобой не перейдем в Лигу Сёгунов 2 звезды. Это будет где-то 30-я или 40-я даже позиция. Это нам еще придется, чтобы до двух звездочек добраться. А после... А что после? Кстати, сегодня, ребята, будет серия. Наверное, будет серия по растению против зомби-герои. Потому что сегодня у нас происходит откат. Ну, начинается новый сезон. И, естественно, мы, ребята, должны сегодня... Открыть наши паки. Так, ну, подожди, мне что-то показалось, что было 15-20, вроде нет. Что-то так промелькнуло как-то. Вот, 15-20 есть, берем Макмана.
Да, тут уже все, друзья. Шапочный разбор пошел у нас. Бойцов катастрофически не хватает. Максимум, наверное, что мы возьмем, это Лига Сёгунов. 3 звезды. Это, наверное, максимально, что нам сегодня светит. Хотя я не уверен. Ну, посмотрим сейчас, друзья мои. Сёгун 2 звезды взято, 89-я позиция. То есть, прикидываешь, да, где-то поединка 2 как минимум нужно сыграть. 15-20. Но я же перешел на следующий ранг. Почему мне не даете 16-21? Ах вы жулики-то, а. Ну вот как вот можно, ребят, так играть? Леонардо и вот этих вот трех. Да, Лига Сёгунов 3 звезды у нас будет на начальном где-то этапе. Может быть, позиции 90-е, 70-е. Это максимум. Больше нам здесь ничего не светит. В этом заходе, в этом бусте. И немножко даже обидно почему-то. 47. Даже еще и неизвестно, успеем бы мы пройти 16-21. Получаем, берем Маузера. 1, 2, 3, 4. То есть остается еще один поединок, помимо этого. Да. Ну ладно, Маузер, разрешаю тебе их завалить сразу всех. Так, он все это сделал правильно, все хорошо. И смотрим. Твою налево. Ну, слушай, позиция будет не 70-я, а может быть даже немножко повыше. Но бойцы, как ты видишь, у нас все, ребят, тю-тю, приплыли. Да, шапочный разбор, короче. Немножко даже как-то грустно. Грустно, что я столько раз, ребят, пытаюсь все выйти в Лигу Мастеров с одной заходки, и у меня не получается. Ну не получается, хоть ты тут тресни. Я уже и так, и сяк, я уже играл и поздно, я уже играл и рано. Я уже играл и мощными бойцами, и слабыми бойцами, и никакого, ребята, эффекта нету. Чисто сплошной рандом. Как ты видишь, вот не хватает, ребята, буквально 2 поединков. А 2 поединков не хватает, это именно тех, которые нам запороли. Ты понимаешь, да, о чем я говорю? До этого мы с тобой играли на одном ранге несколько раз. А я сейчас так сделаю, чтобы просто, ребят, дальше продвинуться. Мы на одном ранге с тобой проиграли по 2 партии. И вот этих 2 партий как раз, ребята, нам и не хватило. И не хватает, в принципе, всегда. Никогда не получается, чтобы каждый ход мы с тобой продвигались. Ну, никак этого не делается. Постоянно где-то будет такая фигня, что ты именно встрянешь и будешь топтаться на этом одном и том же ранге. А не хватило, сейчас смотри, вот, элементарно, ребят. Элементарно не хватило 1 поединка. Все. И Лига Мастеров была бы у нас в кармане. Обидно, досадно, ну а что могу сделать. Такая вот противная, ребята, игра. Ну что, давай дальше проходить серию испытаний. Возьму, наверное, Армагона, Бакстера. Возьму и Зиданателло, Кренга. И возьму Пиццелицева. Вот такой командой я сейчас им тут, как говорится, все гнездо разворачу. Так, Бакстер тут. Бакстер стоит. Ну, давай ракеты выпрыгнем. Сейчас слабо как-то, да? Давай еще ракеты выпрыгнем. Только уже от Кренга. Прекрасная далекая. Так, ну что, двигаемся на последнюю волну. И нам бы какую-нибудь мощную массуху, например, вот. Ну, это не очень мощно, но все-таки. Так, добьешь? Да ладно. Ну, пиццелицы, давай свою плюху. Против нее мало кто может встать, а это довольно мощная атака, ребят. Довольно мощная атака. Так, ну что, серия испытаний пройдена, теперь идем. Я уже забыл, ребят, кого мы прокачиваем по... А! Все, вспомнил. По скиллам и по уровню мы прокачиваем Дони. Значит так, ой, ё-моё, нам нужно, друзья мои, 14 комиксов. 1. 2. Так, ладно, 2 комикса есть. Да. Так, это 3-й. 4-й. Это еще 10 нужно.
Пятый. Ну, пятый. И все, и стоим на месте. Не хочет. Так, вот шестой. Что там, спицы? Спицы все плохо, ребят. Последние два захода. Мимо и мимо. Даже половину не набили от того, что нам нужно. Хотя нет, почему 12? Нам 8 нужно еще. Ладно, в принципе, ребят, я думаю, в следующей серии. Надеюсь. Что опять с мышкой твою налево? Я не пойму, а? Что она брахлит-то у меня, блин, все? Или это коврик уже такой засаленный, что она по нему просто не хочет скользить? Или это мышка уже сама по себе, блин, лазер там уже душой кривит? Не знаю, ребят. Ну что, все на сегодня. Такой вот быстренький у нас, быстренький буст произошел, кстати, в испытаниях. Что у нас? В испытаниях у нас... Ты посмотри, не хочет она слушать меня, все. Армагеддон и негодники. Как-то тут... Нет, наверное, будет... Чуть не могу понять, как-то они... Как-то они... Все в кучу влепили, непонятно как. 4 дня, 4 дня. Ладно, фиг с ним. Будет у нас Армагеддон. Ну что, дорогие друзья, на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.